День добрый, с вами Смирнова Ирина и небольшой курс, который называется «Инструменты успешного и начинающего блогера». Мы говорим в этом курсе о тех инструментах, которые практически необходимы для блогера, для того, чтобы он мог продвинуть как свой блог, так и свой бизнес. Вот одним из таких инструментов является программа Photoshop. Эта программа хороша тем, что вы можете благодаря ей создавать уникальные картинки, например, для того же самого блога, или достаточно профессиональные картинки для своей рассылки, или баннеры продающие, которые вы будете вывешивать при продаже каких-либо своих продуктов и так далее. То есть уникальность при работе с этой программой вам обеспечена. Но здесь есть такой большой минус у фотошопа. Это очень большая программа, она очень много весит. И когда вы с ней работаете, вы обязаны загрузить ее на свой компьютер. Естественно, компьютер будет перегружен, и работать будет на нем сложнее. Поэтому я предлагаю вам использовать программу, которая практически полностью повторяет программу Photoshop, но она, эта программа онлайн, то есть загружать вам ее на свой компьютер не нужно. Эта программа называется Pixlr. Вот это вот логотип этой программы Pixlr. И вот эта голубая бабочка, которая в таких достаточно разных видах фигурирует в этой программе, она является как бы логотипом этой программы. Итак, когда мы с вами переходим вот по этой ссылочке, то есть конкретно на эту программу, у нас с вами здесь возникает два инструмента. Посмотрите, один инструмент Editor, а второй Pixlr Express. Я в своей статье показала, каким образом выйти нам на программу Editor, каким образом выйти нам на программу Pixlr Express, как нам зарегистрироваться и так далее. То есть мы сегодня с вами вот эту программу Pixlr Express не будем этот инструмент трогать, потому что это инструмент для работы с фотографиями больше. Вот если я сейчас выйду на эту программку, то вы увидите, что эта программа, вот ее заставочка, видите, здесь конкретно есть выход на работу с картинкой загруженной или с фотографией загруженной с вашего браузера, с фотографией загруженной по ссылке, с веб-камеры вы можете себя сфотографировать буквально и работать с этой фотографией прямо сразу же в этой программе. Вы можете создать фотоколлаж. То есть здесь очень удобная программка, но мы сегодня о ней говорить не будем. Наша задача с вами сегодня поговорить о другом инструменте этой программы. Это Pixlr Editor. Когда вы в нее заходите, в эту программу, то интерфейс ее будет вот именно таким, как вы сейчас видите на экране. Она у меня здесь переведена на русский язык. Я вам сейчас покажу, как вам настроить ее на русский язык, если она у вас на английском языке. Значит, здесь то же самое практически. Посмотрите, мы можем создать новый рисунок. Мы можем загрузить изображение с компьютера. Мы можем с вами открыть изображение с URL, то есть изображение по ссылке. Можем взять изображение из библиотеки. Причем библиотека это будет как пикселеровская, то есть у вас позже уже там наберутся ваши картинки, которые вы будете здесь хранить. Или с Фейсбука, или с других каких-либо библиотек. То есть это уже выбор за вами. Для того, чтобы начать с ней работать, вам необходимо сразу сделать первое действие. Мы сегодня, задача сегодняшнего нашего занятия такова. Наша задача сегодня познакомиться с инструментами этой программы, опробовать их. А вот на следующем занятии мы уже начнем выполнять самые простые работы, которые можно выполнить очень легко и просто на этой программе. Итак, я загружаю изображение с компьютера. У меня открывается проводник, и я для того, чтобы показать вам действие инструментов, возьму вот ту картинку, которая у меня является титульной картинкой в статье, посвященной данному инструменту. Картинка загрузилась. Давайте, прежде чем начать работать с ней, немножечко познакомимся с самим эдитором. Но первое, что я хотела вам сказать, это показать, как надо поменять язык. Вот с правой стороны вторая ссылочка в меню этой программы. Если она у вас на английском языке, здесь она будет называться, эта опция Language. Вы нажимаете на эту опцию и выбираете русский язык. Перевод мгновенный, и у вас остается это в памяти. Вот он, русский язык. У вас остается в памяти программа, он у вас будет все время открываться уже на русском языке. Я уже это сделала. Итак, первое мы с вами сделали.
Теперь давайте познакомимся с интерфейсом этой программы. Значит, вверху у нас самая верхняя полоса, это полоса у нас самого меню. Здесь, если вы откроете, а я вам советую открыть каждую опцию и почитать их, они очень понятные на русском языке, здесь не надо ничего продумывать, придумывать и какие-то там голову ломать, что здесь сделать. Здесь все очень понятно. То есть тогда, когда вы открываете файл, это вся работа идет с файлом. Здесь у вас все подопции идут работы с редактированием. Например, отмена действия или выполнение его повторно, вырезать, копировать и так далее. Здесь идет работа с изображением. То есть размер самого изображения, размер холста, повернуть на 180, на 90 и так далее. То есть почитайте внимательно. Это слои. Это немножечко посложнее опция, мы с вами о ней будем говорить чуть позже. Это коррекция, тоже ясно и понятно. Это фильтры, просмотр. Вы можете просмотреть всю информацию, которая есть в этой программе. Но это конкретный язык, о котором мы только что говорили. И здесь все справки, которые помогут вам разобраться с самой программой. Обратите внимание, что вот здесь у вас есть ссылочка входа и есть ссылочка регистрации. Вы можете зайти сюда, если вы зарегистрировались, как мы с вами говорили в статье, то вы просто можете сюда войти. Давайте я это сделаю. После входа, видите, появляется здесь ссылочка вашего имени. Здесь появляется выход. И здесь вы можете войти в настройки вашего аккаунта. У нас сегодня не столь это важно. Нам важно сегодня познакомиться со всеми инструментами. Вот все основные инструменты находятся вот здесь, с левой стороны, в вертикальной панели. Посмотрите, они так и называются, инструменты. С правой стороны мы видим с вами навигатор. После того, как загрузили мы картинку, видите, здесь сразу появляется эта картинка. И здесь дана будет информация о всех передвижениях этой картинки, то есть о увеличении этой картинки по вертикали, по горизонтали, количество пикселей и так далее. Здесь вы можете поменять проценты отображения этой картинки. Ну, например, сейчас здесь у нас 100%, то есть она именно в натуральную величину, в такую величину, которую я ее создавала. Вот здесь, видите, показана величина 300 пикселей. На 168 пикселей, вот в этой части, показано, что 100%. Холст, а холст это вот этот рабочий стол, на котором, собственно говоря, расположена ваша картинка. То есть у нас есть изображение, вот оно изображение здесь показано, а есть холст, то есть там, где вы будете выполнять все действия со своим изображением. Посмотрите, холст мы можем с вами увеличить, вот потянув вот за этот уголочек. Вот он, холст. Мы его сделали большим. И наша картинка устанавливается в центре этого холста. Обратите внимание, вот я сейчас вожу курсором по холсту, а с правой стороны показана точка. То есть координаты точки, где находится мой курсор. Это координаты расположения курсора. А вот это вот будут координаты расположения высоты и ширины нашего с вами изображения. Посмотрите, сейчас мое изображение 100%, то есть такое, которое я его создала. Если я захочу его изменить, увеличить его, я могу изменить вот здесь цифру. Ну, например, давайте я здесь поставлю двойку, и моя картинка сразу увеличится в процентном соотношении, видите, конкретно в два раза, то есть на 200% показано. Когда я работаю с мелкими деталями, естественно, для меня это удобно. Или я могу потянуть вот за этот бегунок и уменьшить картинку, например, посмотрите, вот до 74%. Но я оптимальный вариант для меня сейчас это 100%. Я уже без бегунок тянуть не буду, я просто поставлю здесь 100% и верну это все на место. Теперь посмотрите, это первая панель у нас, да? Вот это вот у нас вторая панель, которая называется «Слои». Вот сейчас мы с вами, когда загрузили картинку, у нас появился задний фон, первый слой, да? Он закрыт у нас на замочек. Как с ним работать, чтобы разблокировать его, чтобы работать с этими слоями, мы с вами говорить будем позже. Нам сейчас достаточно понимать, что у нас здесь есть вот такое поле, где будут отображены все слои нашего рисунка, и мы здесь можем делать какие-то действия. Чуть позже мы о них будем разговаривать. Дальше у нас идет журнал действий.
То есть все действия, которые мы с вами выполняли, они будут здесь отображаться. И что бы мы с вами ни делали, у нас будут выложены здесь в порядке исполнения наших действий вся информация. И для того, чтобы вернуться обратно, то есть то, что нам мы можем вернуть то изображение, которое вот нам не понравилось, какое-то действие, я хочу от него отказаться. Я просто перехожу сюда и возвращаюсь к тому внешнему виду нашей картинки, которое мне вот на данный момент необходимо. Только надо запомнить, что здесь журнал не может сохранять там тысячи ваших действий, да, он сохраняет определенное количество действий, поэтому будьте внимательны для того, чтобы вы могли вернуть обратную информацию. Но это сейчас мы с вами все эти вопросы посмотрим. Итак, давайте начнем с изучения наших инструментов и заодно будем рассматривать, каким образом у нас идет здесь отражение нашей информации, как мы можем это использовать. Делаю я это вам в первую очередь, показываю, считаю, что вы должны поработать с каким-то любым рисунком, который есть у вас на компьютере, просто поработать с этими инструментами, потому что те люди, которые только что начали работать с фотошопом, они должны, как и любой художник, как и любой мастер, уметь пользоваться, например, художник кистью, мастер там какой-то стамеской и так далее. Вот эти вот инструменты он должен брать у себя где-то на рабочем столе и с этими инструментами работать. Вот точно так же будем работать и мы. Итак, вот этот инструмент у нас является обрезкой. Я думаю, что это вам понятно. Да? Вот видите, прямо всплывает подсказочка. Вы здесь можете все это легко понять, о чем идет речь. Вот это вот инструмент перемещения. Вот смотрите, если я сейчас его, этот инструмент, кликну на него, то вот у меня появляется уже на поле, появляется именно сам инструмент. То есть меняется внешний вид курсора. Посмотрите, рядом с этим инструментом у меня значок запрета. То есть здесь я ничего переместить не могу. То есть это рабочее поле холста, на нем ничего нет. Но вот я завела его на картинку. На картинке тоже самое. У меня нет возможности перемещения. Почему? Потому что я не выделила поле, которое я собираюсь перемещать. Для того, чтобы выделить поле, я должна кликнуть вот на этот инструмент. Этот инструмент называется выделение. Обратите внимание, как только я кликнула на инструмент выделения, у меня появляется вот здесь, вот, посмотрите, подсказка. Вот она, подсказка идет под меню. В этой подсказке я могу выбрать выделение прямоугольник и могу взять выделение в виде эллипса. То есть вот здесь дополнительные инструменты у меня появляются. Это действие без ограничений. То есть я могу без ограничения делать так, как я хочу. Могу сделать соотношение сторон. То есть так, чтобы, например, если я делаю прямоугольник, чтобы у меня было определенное соотношение сторон соблюдено здесь. Могу фиксировать эту величину. Вот посмотрите, как только я выбрала фиксированную величину, у меня получилась величина 300 на 168, то есть величина моей картинки. Но я могу здесь изменить, например, сделать 100, а здесь сделать, ну давайте сделаем 50. То есть теперь, если я буду делать выделение, то у меня будет выделение конкретное. Вот оно будет 100 на 50. Другого выделения у меня не будет. Но я беру выделение без ограничения. Посмотрите, обратите внимание теперь, вот что я делала, посмотрите, у меня появилось в журнале. То есть первое, что я открыла изображение, да, я взяла выделение, сделала его определенным, и оно у меня виднеется на экране. Я попыталась переместить выделение, но все это мне очень не понравилось, и я решила вернуться к первому действию, то есть открыть изображение. Видите, вся информация у меня ушла. Что я теперь делаю? Я взяла без ограничений и, например, выделяю вот такое вот поле. Вот оно, это поле. Выделение, оно сделано. Все. Если я хочу, чтобы оно ушло, это выделение, я просто рядом кликаю на «Отменить выделение». Обратите внимание, вот оно, видите, у меня здесь идет вся информация. То, что я делала. Возвращаюсь обратно, открыть изображение, чтобы потом эти действия было как можно меньше. Выделяю бабочку и перемещаю ее в другое место. Я, например, захотела, переместила ее в другое место.
То есть вот таким образом мы можем с вами перенести это изменение. Возвращаюсь к прежнему изображению. То же самое у меня инструмент Ласса. То есть я выделяю, это вот такой гибкий инструмент, я выделяю определенную область, я обязательно ее должна замкнуть, эту область. Появляется вот такой вот пунктир. Беру инструмент перемещения, и вот в таком виде я его вырезанное могу переместить. Возвращаюсь обратно, открыть изображение. Смотрим дальше. Теперь у нас есть такая волшебная палочка, инструмент. Забираем эту волшебную палочку. Этим инструментом я могу выделить какие-либо конкретные области. Например, давайте выделим область вот этой фиолетовой краски. Вот я ее выбрала, эту область фиолетовой краски. Эту фиолетовую краску я хотела бы удалить. Например, вот беру я тогда ластик и начинаю этим ластиком работать. Видите, у меня уходит конкретно вот эта фиолетовая краска. Возвращаюсь обратно к нашему изображению в журнале. Все опять вернула на место. Давайте теперь попробуем поработать вот таким инструментом, как карандаш. У карандаша, посмотрите, вот здесь внимательно обязательно смотрите, вот на эту полосу, да. У карандаша мы можем сделать размер линии, увеличить вот таким бегунком, там, до 3, например, да. Мы выбираем вот такой вот, здесь разные есть, разный штрих этого карандаша есть. Я выбираю вот этот, потому что он очень красиво, нормально смотрится. Непрозрачность я оставляю 100. Теперь давайте посмотрим. Вот если я сейчас начинаю работать карандашом, посмотрите, видите, какие вот я веду за курсор, и у меня очень интересно идет информация, очень интересно идет закраска, потому что она такая достаточно, ну, широкая, размазанная. То есть вы можете очень много чего здесь нарисовать, будем говорить. Но видите, у нас рисунок сам стал черным. Я хочу поменять цвет этого карандаша, с которым я работаю. Я кликаю вот по этому цвету и выбираю здесь какой-либо цвет. Вот посмотрите, в данном случае я выбираю зеленый цвет. Вот на этом квадрате у меня стоит на черном уголочке. Я выбираю вот таким образом. Вот я его выбрал, этот цвет зеленый. Я могу его выбрать как вот на этом рисунке, так могу выбрать вот этими бегунками. Я сохраняю, цвет мне нравится. Я сохраняю его, пишу «да». У меня появляется вот здесь зеленый цвет. Для того, чтобы его сохранить, этот зеленый цвет, вам, например, понадобится несколько раз использовать карандаш такого цвета. Я кликаю вот на эту кнопочку, и у меня этот цвет сохранен. Сейчас я выбираю эту кнопочку, она появляется у меня вот здесь. И теперь я карандашом, вот у меня карандаш, он так и остался. Этим карандашом я теперь рисую, видите, зеленую полосу. То есть вот я таким образом могу рисовать теперь зеленым карандашом. Возвращаемся обратно к нашему изображению и берем инструмент кисть. Точно такая же работа, но здесь немножко такое размытое будет изображение. Не точное изображение, как у карандаша, а размытое, как у кисти. Вот я нажимаю сюда и вижу, что я могу выбрать здесь много внешнего вида этой кисти. Я могу даже ее сделать вот такой вот звездчатой, да. Давайте, вот я ее выбрала, и вот я рисую, видите, зеленым цветом я рисую вот такие вот звездочки, пожалуйста. Я могу это сделать, ну, например, давайте поменяем, теперь я сделаю ее вот такого цвета, такой формы. И теперь я просто рисую как кисточкой. Вот я провожу как кисточку и закрашиваю то, что мне необходимо. Возвращаюсь обратно, открыть изображение, чтобы снять все эти выделения, и выбираю ластик. Ластик – это такой инструмент, который стирает какие-либо краски. Ну, например, вот я захотела и убрала вот то, что мне здесь не понравилось. Мы с вами смотрели уже работу с волшебной палочкой. То есть, если я сейчас выберу волшебной палочкой какую-то определенную информацию, вот, например, вот этот кусочек у бабочки, и возьму ластик, то стираться будет только то место, которое выделено волшебной палочкой. Следующая информация – это заливка. Я показала уже, как можно выбрать какую-то определенную краску. Теперь я хочу показать вам второй способ выбора краски. Посмотрите, есть вот еще такая пипетка. Вы берете эту пипетку, и этой пипеткой выбираете, например, вот такой голубой цвет. Посмотрите, вот он у вас появился, этот голубой цвет.
Если вы захотите, вы его оставляете в своей коллекции. Например, вам понадобился вот такой, давайте красный возьмем, вот такой вот красный цвет. И вы его тоже можете сохранить в коллекции. Вот таким образом вы набираете коллекцию. А теперь я захотела работать, например, зеленым цветом, и я беру заливку зеленую и заливаю. Посмотрите, я аккуратненько подношу заливку к рамке рисунка. У меня рамка рисунка меняется на зеленый цвет. Я заливаю какой-то кусочек бабочки, вот такой вот зеленый цвет. Я захотела вот этот фиолетовый сделать зеленым, поменять его. Возвращаюсь обратно к изображению. Я надеюсь, вам теперь понятна вот эта информация по заливке. Это у нас выбор градиента. То есть я выбираю определенный градиент и с этим градиентом работаю. Это у нас штамп. Мы о нем будем говорить позже. Здесь у нас замена цвета. То есть я, например, вот эту бабочку решила поменять ее цвет на зеленый. Вот я выбираю, кликаю конкретно, очень быстро меняю вот этот синий цвет на зеленый. Посмотрите, видите? Я могу поменять этот цвет, зажав кнопку мыши. Я могу поменять бабочку и сделать ее всю зелененькой. Вот эту бабочку сохранить, у меня будет уже зеленая бабочка. А потом я решу сделать ее красной. Поменять красный цвет и вот красным цветом делать замену полностью самой бабочки. То есть вот очень быстро идет замена цвета. Возвращаюсь обратно к нашему рисунку, к первому. Вот уже, по-моему, я его пропустила. Уже вернуться к этому рисунку я уже, наверное, и не смогу. Ну, давайте вот замену цвета вот такой вот возьмем синюю. Не получается у нас. Угу. Так, и дальше работаем. Ну, теперь, например, вот у меня рисунок такой. Я могу сделать прямоугольник. Могу сделать прямоугольник с закругленными углом и могу сделать его эллипсом, а могу выбрать линию. Ну, давайте я выберу вот сейчас вот такой вот прямоугольник. Видите, он сразу стал у меня выделенный. Но я хочу вернуть его. Давайте посмотрим у нас редактировать просмотр. Вот журнал, чтобы у нас появился. Он у нас пропал. Вот замена цвета. Давайте возьмем с вами вот такой прямоугольник. И вот я его выделяю, этот прямоугольник. Вот он. Я могу его залить, например, ну, каким-то вот... давайте мы выберем вот здесь вот зеленым цветом. Я его просто вот заливаю зеленым цветом. Вот он такой зеленый цвет у меня будет. То есть этот инструмент называется размытие. Вот посмотрите, видите, капелька нарисована. Вот я подвожу этот инструмент сюда к рисунку. И посмотрите, видите, он у меня становится как будто за стеклом. Такой непонятного такого, не очень четкого такой информации. Информация не очень четкая, то есть рисунок не очень четкий. Я его потихоньку размываю, этот рисунок. Вот идет информация о том, что я занималась размытием рисунка. А вот это вот, наоборот, информация, резкость. Мы увеличиваем резкость, то есть более четкий рисунок делаем. Вот очень интересный инструмент, который называется палец. Вот посмотрите, я его выбираю, этот инструмент. И посмотрите, я могу размазать пальцем рисунок. Вот так вот. Видите, я его просто размазываю. Очень часто пользуются этим инструментом для того, чтобы сделать какой-то, ну, такой индивидуальный какой-то рисунок, типа сделанный кистью, как маслом, знаете, растянутый такой рисунок. Возвращаемся к замене цвета и выбираем вот этот рисунок, этот инструмент. Этот инструмент называется губка. То есть губкой мы с вами можем немножко стереть ту краску, то есть снизить яркость этой краски. Видите, вот я вымываю этой губкой, вот, например, синий цвет, тот, который там у меня в нижнем слое есть. Возвращаемся обратно и выбираем инструмент осветления. То есть я вот выбираю фиолетовый цвет на моем рисунке и делаю его светлее. Возвращаемся обратно на замену цвета. Теперь выбираем инструмент, который называется затемнение. Наоборот, делаю более темным, более таким выразительным цвет, более ярким. Возвращаюсь на замену рисунка. Это
инструмент называется удаление эффекта. То есть вот у меня эффект был сделан, теперь я его постепенно возвращаю в обратную, так сказать, в сторону. То есть если мне что-то не понравилось, я могу тут же убрать этот эффект. Это инструмент, который называется точечная коррекция. То есть вы здесь корректируете конкретно в какой-то определенной точке. Обратите внимание, что здесь размер точки вы можете создать свой определенный размер точки. То есть он может быть достаточно большим, может быть совсем маленьким. Вот, например, совсем маленькая точка. Размытие совсем маленькой точкой. Следующий инструмент. Давайте вернемся опять на первоначальный рисунок. Следующий инструмент – это инструмент искривления как бы. Вот посмотрите, видите, я сужаю, то есть искривляю информацию на рисунке, делаю ее совсем другой формы. Вот она какая. Но это у нас инструмент, который называется раздувание. То есть как бы увеличиваем мы стенку. А вот если я возьму вот инструмент сжатия, то посмотрите, видите, он сжимается. Я просто даже хлопая по полю, видите, вот искривляется вся картинка, она сжимается, эта картинка. Давайте вернемся опять к первоначальному. У нас уже, видите, несколько уже действий, мы не можем то сделать действий больше, чем положено. Но этот инструмент я вам показывала. Это инструмент, это мы пишем с вами текст. Здесь все понятно, выбор цвета, стиля и так далее, да. Здесь это рука. Это рука передвижения выделенного участка, а это у нас лупа. Вот я могу, не меняя масштаб, я могу просто нажимать лупой, и у меня, видите, на 50% каждый раз увеличивается информация на моем рисунке. Вот это практически все наши с вами действия, все инструменты, которые вы должны освоить, если хотите действительно научиться работать в Photoshop, то вы должны очень хорошо и четко понимать, где какой инструмент заложен и какие действия он выполняет. На сегодня у нас с вами все. В следующем занятии мы с вами посмотрим, как можно убрать задний фон у рисунка очень и очень быстро. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. До следующих встреч.